Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я решила послушать «Пошлую Молли». Боюсь, что она по авторским правам не пройдет. Но если вы меня слушаете, значит, мы умеем обходить авторские права. Итак, «Пошлая Молли» к Леопарти. Интересное название. Ну, «Пошлая Молли» всегда такая, что-то тут такое непонятное на картинке. Ну, давайте, заставляющее размышлять. Только о чем? Ну и музыка, ну и начало. Ну, с хлопками уже получше. Понятно, чего, о чем, но так вроде неплохо. Своеобразненько, скажем так. Иногда лучше так, чем слышать о чем. Закончился уже. Выключи свет, ножи, выключи свет. Тебя меня нет, это только во сне. Этой серии ничего не понятно, но очень интересно. А вот, ну, как бы не с издевкой. В принципе, мне все понравилось, так как слов я так и не поняла. А музыка с тем, что там пелось и как-то сильно гармонировало, и было все удачненько и достаточно оригинально. То есть иногда, когда ты слушаешь, о чем там читают, может, думаешь, господи, зачем это мне? Вот. А тут вот даже такой мысли не возникало, потому что непонятно про что, может, там что-нибудь было такое, какая-нибудь гадость, но, по-моему, даже и не было. Ну, хочу заметить, что «Пошлая Молли» растет, да, пора менять название и переходить на более высокий уровень. Всем пока! Культурная Молли, да? Да.